Автомобильный завод «Урал» представил свою технику в ЭТРАУ. Автомобили «Урал Next» экологического класса Евро-5. Презентация техники автосалоном «Вираж» проводится с целью популяризации бренда в Казахстане. Автомобильный завод «Урал» занимает лидирующую позицию на рынке грузовых полноприводных универсальных автомобилей. В нефтегазодобывающем и строительном секторе, вооруженных силах и пограничных войсках машина пользуется большим спросом. Автомобильный завод «Урал» является лидером на рынке по производству полноприводных автомобилей в территории Российской Федерации. Доля сегмента составляет порядка 30%. Автомобиль завод «Урал» изготавливает автомобили с колесной формой 4х4, 6х6, 8х8 и полной массы от 12 до 44 тонн. На базе шасси «Урал» монтируется более 200 образцов спецтехники, от подъемных кранов до ремонтных мастерских. В ЭТРАУ в этот раз компании «Вираж» для демонстрации представлено три автомобиля – автоцистерна, вахтовый автобус для перевозки пассажиров и топливозаправщик. С 2002 года мы продаем эту технику. Она очень востребована в нашем регионе. ЭТРАУ является нефтяной столицей, поэтому эта техника очень востребована. Сегодня мы пригласили гостей, наших нефтяников. Будем очень рады представлять нашу технику. Презентация автомобилей «Урал Next» экологического класса Евро-5, целью которого является популяризация автомобилей марки «Урал» в Казахстане, проводится на территории автосалона «Вираж». Еще одно преимущество этого внедорожника, не имеющего себе равных, что он полностью отвечает экологическим требованиям. Эдуард Михель, Аймгуль Хайруллина, служба новостей.